прогноза погоды и сеть языковых курсов Speak Today. Уже более 8 лет на рынке образовательных услуг. Английский, испанский, немецкий, французский, а также широкий спектр дополнительных услуг. Подготовка к сдаче ЕГЭ, сдаче международных экзаменов, изучение иностранных языков за рубежом, группа продленного дня для школьников. Speak Today – это общение без границ для всех и каждого. Город Таганрог, улица Дзержинского, 152А, телефон 62-12-05. И о погоде. На следующей неделе в Таганроге переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха колеблется от 0 до 5 градусов тепла. В Москве пасмурная, дождь со снегом, температура воздуха минус 2, минус 1. В Краснодаре переменная облачность, температура воздуха плюс 5-6. В Севастополе будет малооблачная, температура воздуха плюс 7-8. Спонсор прогноза погоды – магазин детской обуви «Котофей». Здесь найдете стильную, удобную, а самое главное – качественную обувь. «Котофей» – обувь для детей. Ждем вас в ТУМ 1 этаж и ТРЦ «Мармелад» – 3 этаж. Вся жизнь Таганрога на интернет-портале taganrog.tv.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи!